Ну что ж, всем привет, народ, с вами я, Павел Первый, мы продолжаем играть в World of Warcraft, вместе в Пандария. Итак, я смог все-таки до Валерки достучаться, поэтому я еще сделаю звоночек. Мне кажется, до Андрейки тоже смог, поэтому ждем их, ждем в ближайшее время. Надеюсь, сейчас Валерка поднимет трубочку. О-о-о! Валерка, давай, гол. Сейчас мы... А чё только Валерка? Ну я Андрейка, гол! Блин, не повезло. Вот пока не скажешь, то что... Я тут... О, мне ещё нога выпала, вы чё? Вы чё, Ливань, да? Да. А мне кто выпал? Кто у меня-то? Не, нога. А Мартра есть? Мартра есть? Вы вообще куда свалили? Мы в Доте. Мы в Доте, мы уже идём. Просто... Я тебя добавил, грузились. Ну я пока пойду сразу ежедневку выполню. Я, кстати, создал мушкетон. Ну вот, мне подаришь. Я его вообще на аукцион поставил. Да как ты смел? Не, ну тебя не было. Ты... Да и кому он в принципе нужен вопрос? Мушкетон? Не, да мушкетон это особая вещь. Друг же именно своими руками сковал. Да вот именно, я пойду возьму мушкетон и пойду на ПВП нагибать всех. Этим мушкетоном. Так я на него еще прицел поставил и... Секунду, сейчас приду. На продажу. За 3 или 5 или 4, я вроде за 5 голды его выставил. Потому что собрать этот мушкетон ничего не стоит. Вот так вот. Вот так. Потом соберу вертолет. Потом соберу механотель. Ставлю продавать механоцит. Потом соберу еще себе механоцит. И его тоже пройду продавать. Продавать точнее. Потом соберу еще один и буду на них кататься. Как он? Че соберешь? А мне соберешь механоцикл? Ну, один я соберу и поставлю на продажу. Еще один я соберу и еще на продажу. А один соберу себе и потом уже вам буду собирать. Вот. Все-таки 32 тысячи на дороге не валяются. А, нет, стой. 34 тысячи. Да. Или 36. Сейчас я гляну, что. Ну, да. Подожди. Да-да-да, 36 тысяч на дороге не валяются. Да. Мотоцикл стоит 18 тысяч. Ты же говорил, по Варику стрим будет. Я не говорил, что будет по Варику стрим. А вообще, вот Варик. World of Варик. Вот Варик. Варик, варивер. А механоцикл стоит 16-17 тысяч. Ну, поставлю за 18. Там все его за 18 продают. Только не говорили, что опять... Смотри, где Пашка ходит. Пашка. По-моему, опять какой-то мудак купил все то, что я ставил на продажу. Тварь, фашист. О, нет, я получил эти латы, наконец-таки я смог прокачать. О, да. О, да. Не на материал, я тебя так долго ждал. Где Валерка? Я захожу. А что? Что ж случилось? 60 рулонов ФК. Я, кстати, пока вы были в ФК, я бежал до той новой территории. Пашка, кстати, возьми квест. Куда там? В зимний... Так не, может все-таки пойдем в кратер Рунгора, потому что... Да не, дойдем в зимний ключ. Да, ой, что, ну зимний ключ, что-то в зимах. Дойдем в зимний ключ, я уже туда добежал. Давай, короче, пускай Пашка решает. Зимние что? Ключи и кратер Унгора. Тропики или зимний ландшафт. Может сначала квесты выполнил? Так это и есть квесты там. Не, ну как бы смотри. Там выполнять квест уже в принципе особо не надо, но можно идти в новую локацию. Задание у этого. Я просто хочу до конца выполнить и потом может пойти. А, ну давай все, ладно, дальше завершим. Сейчас я тут с этим пандой разберусь. Поклонись мне и приступай. Я делаю кучу рулонов из ткани. О, у меня сейчас учитель сойдет. Он слил меня. Ну, а теперь... Паш, зачем ты стоял в огненной луже? Он же и сам еще орет. Реакция одна из важнейших этих. Должен был уходить из этих огненных луж, Паш. Хотя бы читай, что он. Что ж ты рубишь?
Хотя мне кажется, он тебя пока не слил. Он слил. А, уже слил. Так, я пошел. А он тебе все равно даст баф опыта? Ну, его надо слить, и не мне дадут тогда. Так, Паш, в следующий раз втекай из огненных луж. И в данжах то же самое. В данжах это надо да. В большей степени мне говорить, чтобы я убегал от огненных луж. Ну, он тоже как бы ближний бог или что-то. Слился танк, хил виноват. Слился хил, танк виноват. Слился ТД, сам виноват. Валерку, может, в группу кинешь? А, зачем? Сейчас зашел. Я тут занят немножко другим делом. Все ждали Варьку. Я не говорю, что в 2 часа будет именно Warcraft. Варик был утром. Вообще, что стрима, скорее всего, не будет. Ну, Валерка сказал, что не сможет Вовку, поэтому я думал, что не получится провести стрим. А потом сказал, что я могу на час зайти. А он же сказал, что в 2 часа у него там. Осталось полчаса. Расскажи, что произошло. За это время мы можем пойти... Танжик какой-нибудь. И выбить мне наконец игру и глаз, чтобы я сделал для Андрейки очки. Очки? А мне очки! Ууу, ну если ты найдешь мне 3 тигровых глаза, у тебя будут очки. Оружие или лупки? Любовно выделенный. Я могу там есть. Пацаны, кому нужны стики? На 6 ячеек. Я сам убью. На 6? У меня... дай мне 2 штучки. Мне бы сумки какие-нибудь. Но только побольше. Я поставлю себе войду карту. Ой. А никому не нужны перчатки, броня 21 плюс 1 к духу. Я их сейчас столько наделал. А зачем ты их наделал-то? А я качаю подтянуть. Так дай мне сумочки. Да, подожди, я купил материалы, чтобы их сделать. Ёптмотё. Психоделик. С 68-го вы видите в запределье? Да, Варик был утром, если что. Да, Варик был утром. Хотя, я посмотрел немного, так, и... Так, с 58-го... подожди, туда с 58-го. Ты не дал Андрейке договорить. А в Нордскол 68-го. Что ты говорил? Мне такая хрень не нравится, типа, фантастика и все прочее. Ни в фильмах, ни в книгах, ни в Варике, поэтому я не смотрел. А что за фантастика в Варике? Ну там, короче, какие-то корабли насчет типа Дюны, короче. Ну это и есть Дюна, она так и называется. Это что, из Орка, что ли? О, Олег, подробно. Ох ты ж, ёбаный в рот. Вы опять оба в андетов превратились. Это хуйня. А, вы и так ебать. Были. Это хуйня, слышь? Это похлеще любых хорроров. Посмотри на эту шляпу. А, тебе сумки подарю. Мне только 2. Да мне только 2. Я 3 сделал, продаж. Вы идете со мной квесты выполнять или как? А, мы думали мы в данж, не? Ну и в данж тоже пойдем заодно. Андрей, посмотри на эту хуйню. Я видел. Давай данж запускай тогда. Это огр. Андрейка, запускай поиск. Валерка же у нас лидер, ты чё? Валерка, запускай. О, жопа. Уже готово. А, да. О, ништяк, чё-то новенькое. Вот это чё-то новенькое. Так, значит, тот же кек. Интересно, мы управимся за минут 20, ну плюс, минус там. Ой. Пару минут, надеюсь, плюс. Ну вот, Андрейка уже 50-й. А я нет. Ты 49-й. Я 48-й! А, ну ты сейчас быстро рапишь. Ну какая есть баф? А что этот мне баф дает, все равно через час кончается. Тогда не бери его вообще. Нет, я его буду брать, чтобы быстрее качаться. Так, а сам говоришь, что он дает тебе? А, на час-то всего. Если подожди, бы... Так подожди, здесь же еще лифт сидит, да?
Угу. Может, пойдем уже? Оу, один Валерка только на уникальном коне, все мы остальные на одинаковых. Ебать, какие вы типичные. Все в Хардстоун переиграли. О, Андрейка. А что, давай там путь там. Я тоже тогда поменяю. Я хотел волка, но... Я залез в Валерку. Это странно звучит. Если ты понимаешь, о чем я. Ты не мог зайти в меня, поскольку ты не найдс. А вот я могу. Вот так я зашел в тебя почти. Пошел ты нахуй, а? Ну не совсем тебя, это я тебя поглотил. Ну, может, не будем об этом, да? Действительно. Это настолько жуткие вещи, что мне самому становится страшно. Лучше не думай о том, как это происходит. Ой, нормально, не думай. Паш, ты же жуткий человек. А еще при людях-то. Да как так? Там всего-то 15 человек об этом знали. Знаете, да, Паша вот такой вот. Да я пошутил! А, еще лифт узнал, 16. Нет, лифт же тоже смотрит стрим. Лифт смотрит стрим? Так что 15. А, Валер, ты не помнишь, что с тобой продавцы этот данж вдвоем? Этот? На пиратском сражении. Помнишь, туда иди с Максом? Наверное, с Максом. Недостаточно. Мы просто перепутали два данжа. Чё? Я какой-то мудак называю на битву питомку. Я помню... Покемончики, блин. Мы проходили кое-какой данж, но то был другой. Валерка, кто это там? 50... Кто это там апнул? Валерка сразу такой на меня погнал. Сама апнул. И сведи. Так нихуя, я апнул его. Чтяк. Когда это я успел? Да. Что там? Ничего без меня не можете. Вот именно. Танк ДД. Ну, я книг на самом деле мало. Только ударом щитом по 2600 примерно. Чуркес! У меня нет цели. Вот так здесь. Там паучек. А, это скоробей. Но скоробей, в принципе, не отважный. What? Не отважный скоробей. What the fuck is this? Что? Скоробей, скоробей. А, два, три, четыре. Тут семь боссов. Я их скоробейку наагрил. Скоробейка свой. Ты отрубил агруху? Да, отрубил. Валера, расскажи какую-нибудь охрененную историю. Да, в принципе, у меня не... Расскажи, Валера, расскажи, как мы сегодня били друг друга. Ты аппарат? А, короче, мы сегодня в Татанс, буквально минут 20 назад. Я аппарат Андрейка Пак. И тут, короче, один виси, один фоломит, а там до двух смертей. Ну вот. Андрей, короче, убил меня. Один раз я убил Андрейку, и тут мы, короче, столкнулись. Я накидываю на Андрейку первый скилл, он его дамажит. О, латы, нахуй не нужны. Так вот, дамажит его, потом вроде ульту, и еще какой-то хер там на него накидываю. Он меня, получается, должен был убить первым, но из-за той шляпы, которая наносит урон, например, там, несколько секунд, постолько-то, она убила его первее. Просто повезло. Это именно так. А ты заснял это? Нет, ну там, в принципе, есть же повторы, так что можно использовать. Это было очень эпично. Не, лень смотреть повторы, лучше посмотреть. А вот теперь сам бей из корабля, странный. А я бы уже. Ты кто? Ты титан?
тролль. А, муха, мы до боссов? Да, до боссов здесь далековато, однако. А потом боссы просто... Бля, охуительный историй просто, у меня... Мне так кто-то захотелось поиграть, что я аж скачал ее. А, у тебя было скачано? Что-то я еще хотел рассказать, еще. Вау, мне эти ботинки нужны. Копыта, копыта. Нормальные копыта. Андрей, ты же написал под видео, там, где второе видео, как Камтатку. Он же написал конец эпичный. Я потом сегодня стал пересматривать конец. Это настолько эпичнейший конец. Это просто жесть. Ты видел, как я ибейзил его просто? А мне больше понравился этот, как он, где лифт орать. Ну, лифтом постоянно. Лифтом большую часть видео начинает орать. Да это же имба, да это же имба. Надо будет как-нибудь и с вами тоже в датку закатать. Когда-нибудь. В принципе. Если только ты будешь за сайленсера, то мы будем пуганить. Да сайленсер легко и выйдет-то на самом деле. Это тогда мы были два рака, вот и все. Но я не знаю. Да я и сейчас рак. Блин, как тебе выпить нормальный меч? Там выпичка хатит, да? О, музычка прикольная началась. Я тебе кружу! Да. Ох ты, сколько много целей! Кружусь! Надо писать, шляпа будет только на 60-м. Зато у тебя не будет вот такого ветерка, как у меня. А у меня тут на 90-м появится. А я лягушкой был. Ааа, скоро 49-й левел! А мне еще 4. Да, мне еще 4 шняги, я 51. Да ну нафиг, а вы перегнали меня. А, слушай, какая разница? Пару левелов это, мне кажется, это не особо много. Но если бы мы были 60-ми, а ты был бы долго 50-м, вот это вот. Было бы обидно. 49-й! Это мы. Я просто так специально, чтобы тебе было легче. А кто у нас хиллер? Тролль какой-то. У нас два тролля, два андеда и один этот. Пандарин. Бандер, ты не вписываешься в коллектив. Кстати, они походу... Иди нафиг! А куда пойдем? Может быть, я пойдем просто... Вон... Просто... Давай, элитный прям, гость. Да, ну ладно. Давай так. Че здесь один больше. Тонь. Я просто кружусь, не наношу почти никакого дамага. Всего там с подсотки сношу. Я под 1600. Манда. Ай, мне повезло. Ай, блин. Мне повезло. Повезло с кем-то сражать? А, я забыл совсем про наш про нашего гвоздя программы. Это шарик! Гуидель на пуджа. Как же без шарика, все его любят. Ебаный шар. Андрейка обидел шарик. Я лягушка. У меня сейчас была такая, шаман бил молнии, а мне казалось, что шарик бьет молнию. Ничего, шарик. Шарик, не бей молнии, шарик ты хороший. Шарик, Зевс. Пикачушки! Меня пиздюк какой-то вызывает на битву питомцев. А, меня тоже было. Я тоже хочу на битву питомцев. Или прокачивай. Или иди там. Ты куда, бля? Что, идем наконец к боссу первых? Сейчас. С нее на охотника ни черта не падает. На кого мы сейчас идем? А.
чего ты ржешь? Сзади тебя там! Да я вижу! Меня этот вызвал на дуэль, я такой согласился, а у него там 4-й уровень. Я 5-й. Ай! Лепушка! Лепушка! Слишком далеко. Скоро бей, не хочу убить его. Бьет бедных тараканчиков. Твоя земля бьет со скоробей. Я думал, он написал, что нет. Я думал, он смотрел по тигре и думал, что у меня тигра. Мне тут говорят, что у меня в горении бомбежка происходит. В каком смысле? Не знаю, надо будет потом посмотреть. О, тут уже трое с шариками ходят. Че, за... Гружу горенку, прям. А пока загружаешь... Чувствую, сегодня будет много банов. Андрейка вылетел. Чё, пока... серьезно вылетел? Ну, так, он из кайфа бывает, что вылетает, но... Из этой шляпы нет. Элеватор, когда ты настроишь свой микрофон, чтобы мы тебя слышали? Я ничего не говорю. Ну ты там что-то бормочешь вроде. Смайл. Меня можешь защитить. Я был лягушкой. Чертай. Сзади лазутчик. Ага, у вас там тоже лазутчик. Ааа, почему я опять атакую скоробея? Да Андрей, хватит атаковать бедного скоробея. Оставьте скоробея в покое. Скоробеи мои враги. Скоробеи ведь кушают трупы. А трупы, это уже... А трупы это мы. А трупы как люди. Да вы живые трупы просто. What the fuck is this? Блять, живые трупы! Вдумайся в это! Ну а почему бы нет? Вы ходячие скелеты, на вас еще одежда. Сейчас на кого-то нагрелся тролль, а я не могу этому человеку помочь. Это походу на меня. Ну да, они тебя вон как-то продамажили. Они помогут в лягушек превращать, меня это раздражает. Я, конечно, слоу. Если кто-то сольется, я не виноват. Потому что я буду лягушкой. Насколько я понимаю. You are fucking frog. А вон там этот. Я мастер-ман. Да похуй. Идем пока посливаем весь трэш. Трэш. И так. Паша, у тебя гарену разбомбили. Ой, как много банов сегодня, походу, подьется. А что там в гарене? Я не знаю, пока я не смотрел. Надо тоже зайти попалить. Но помните, пользователи, которые пытаются там что-то бомбить, вы только хуже себе сделать. Больше никогда не сможете со мной сыграть. Ладно. Мне кажется, они никогда и не играли. А нет, не бей, гонг! Идиот! Мы того босса не убили, зачем ты еще этого? А он все равно ничего не делает. Ну там дабл босс теперь. Ну будем нагревать там. Валерка затащит. Я затащу. Уверен? Козрила. Осталось убрать одну букву. Сейчас тихо-тихо, я попробую одного только нагреть, стой. Давай, давай, по тактике его, по тактике Варкрафта нагревай. Молодец, нагрел, так. Бьет. Видишь? Отходим. Отходим. А так, бежит. Во, видал, Андрюха? Я, у меня... Тактика Варкрафта работает. Что-то мы слишком быстро его слили. Ну что, на какой-то чмо? Сосулька. Сосулька у Гидры? А почему бы и нет, слушай? Вот сейчас бы реально сосулька не помешала мне. А то очень жарко. Как хочешь.
Я оглушен. Что-нибудь холодненькое бы. Да видишь, Андрюха, ты... О-о-о! Нифига себе! Охуеть. Я выжил! Я прыгнул. Я не обещал Warcraft! Хватит это говорить! Я не обещал, так не говорил так. Я обещал утром, я сдержал свое обещание. Все, а в 2 часа я ничего не обещал. Вообще ничего. Хватит это обсуждать. Хотите баны, будут баны, все. Я никого не буду щитить. Что-то Валерка с Андрейкой замолчали. А я говорю на электронику. Тебя не слышно. Спецэффекты. Короче, Андрейка, скажешь, как... О, аквамарин. Мне это надо. Когда скажу, что? Я имею в виду, когда бой закончится, скажешь. Я говорю, у меня электроник слышно. Ну вот теперь должно быть слышно, говори. Я говорю, а что говорить? Не знаю, что ты хотел. Переагрел бомбов, которых мы уже убили. Сраный фиг. Я и моя братва. Эй, подожди меня, я тоже твоя братва. Мне нужен новый меч. А мне давным-давно нужен новый посох. Ты там смотрел посох? Дерьмо они-то. Я пока не могу. Валерь, ты меня слышишь, нет? Я? Да. А что? Я сейчас покупаю. Вот что ты сейчас сказал? Вот лес. Слышал, что ты там говорил что-то про Валерку, а потом... Он сказал, Валерка, ты меня слышишь? Вот это да, вот это я слышал. И потом спросил Паша, а ты? И там заелось. Получается, именно Паша меня не слышит. Получается, Валера меня слышит нормально. Ну как, я слышу тебя... Понимаешь, за столько лет игры с лифтом я уже привык. А при чем тут лифт? Вот это, а ты его слышал, как у тебя иногда может говорить? Я говорю очень громко. Да вот именно, слишком громко, что просто не слышно. Хорошо, слишком давай я... много спама. Давай я поставлю вот как-нибудь вот так скажем. Играем в Warcraft 3. Ну. Как это зависит? Пашка, сделай чудо с адским молоком. Че, сразу начинаем новый просто? С каким молоком? Адским. А оно у меня есть? Нет, в группе твоей есть, он там пиздит слишком много. Слушай, пошли сначала, добьем тебя, нет? Я потом посмотрю, у меня сейчас времени особо нет. Да, взывают. Вы свободны, братья орки. Тут только один орк. Ну пофиг. Нет, тут 2 орка. Кажется, было. Почему братья орки? Ты ж пандарин. Ну пофиг. Они же заодно. А, знаешь, что там? А что это там за тусовка такая? Там, короче, адское молоконник. Там, короче, типа пингвин с кинжалом. Лучше посмотреть. И чувак, который валяется. И типа пингвин на него сыт и написано «Мы, Паша». И типа они, короче, тебя убили и суд на тебя. Валер, как ты... Ну, он пожизненно будет забанен теперь за такое. В атаку! Ура! Сейчас как фрегаду... Ох ты, сколько циферок! Циферки, циферки! Может, мне кто-нибудь поможет? What the fuck is this? Момент просто слив.
Паша, когда можно будет выбирать качество? Когда у меня будет партнерка? Чтобы получить партнерку, надо 500 человек на стриме в среднем. Так, я как-то же, мы же могли выбирать. Лёхин спит. А эти себе спокойно спускаются. Паша решил только сейчас нам пробахать, серьезно? Вспомнил. Так я говорю, слишком тихо или слишком громко? Вы определитесь. Ну сейчас нормально. Ну, да. Во время боя ты меня не ходит. Сейчас какая? Ой, Паша уже слева. Оу! Вот. Воу! Все слушайте свалили! А где тут Валерка? Я что-то не пойму. Валерка тут вообще? У тебя в конфе дум, то ли? У тебя в горе едом такой опор. Кстати, я уже должен был сейчас открывать. Так что мы должны пройти. А почему ты сам винду не можешь переустановить? Почему ее тебе вообще надо переустановить? Не умею. А что там уметь? Мне впаду. И чтобы вместо того, чтобы самому установить, ты платишь еще деньги. Хотя кто его знает. Нихуя! А что это за шляпа? Гоблинская брата, вход не. Кто ее поставил? Подожди, вон там же вход к этому. Чморгаю. Да. Мы можем же туда протиснуть. Давайте маленькими станем. Надо учить всех. Наверное. Пойдет? Зачем эти чмошные кони? Я хотел купить волка, но мне не хватило репутации. Азарт есть у всех. Вот именно. Все в Хардстоун. Кроме Валеры, кажется. Ого. У меня нету азарта. Или у тебя есть? У меня нету. Воу. Должен. Да мне он особо и не нужен. Да я, честно говоря, и сам особо не хотел, вспомнил потом, когда Андрейка сказал о нем. Прям там шарик от тебя наконец-то. Блин! Блин, меня какая-то хрень зас... Ай, помогите, я сейчас собьюсь! Ебать! Я пока не могу применить. Охуеть просто. Что тут творится? Вау, Валерку слили? Потому что слили хила. Воу, еще вас слили. Накрутился. Вот это трэш. А выжил один Андрейка. Андрейка, давай. Давай, резай нас всех. А нет, сейчас резай тот. А нет. Я уже резаю. Они умирают! Они же зомби. Видимо, кто его тронул в эти. Да не, это было после убийства этого, потому что... Нет, там этот прибежал, этот как Хил или кто-то. И какой-то тролль, короче, прибежал, за ним куча этих. Ну, это я видел. Но Хил же должен был меня хилить. Но Хил стоп. Может уже можно туда? Нет, нет. Надо, видимо, всех. Воу, здесь корабей. А так, кому чиним? Что-то тут здесь корабеев многовато. Сейчас Пашка заигрывает. Да, как здесь он может взять здесь.
Хил, сука! Ооо, сколько скоробей! Чик-ч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 ик
хватает энергии. Все, все, отлетали? Все. Босса реально ни черта не упало? Да, реально ни черта не упало. Ну, ну чё, с квестов получим что-нибудь там. Так, это там пошли еще одного надо. А чё со мной пошли на горку? Да вон там, мобы, бейте. За хилом опять. Ура, ты молоко забанили. А, нет, я сюда. А нет, смотри. Что это за факт? Зачем вы бедных скоробеев трогаете? Ну же хилы трогаем. Пацаны. Я... Обед прибыл, мои детки! Что? Он про нас, а? Типа, этот тролль сказал мой обед. Ого. О, стоило мне начать... А, мне, сынок. О, 55, первый. Тишка. Я так 49-й. Одноручный меч, Валер. А, не идит. Мадафака. Мой босс. Ура! Меч! С 11% получил. Да, теперь пошли на финального босса. Блин. Что-то я тупанул. Ну ладно. О, это волк. Я тоже хочу волка. Я не могу. Купи накидку Грима. А у меня накуплено, я прокачиваю репутацию. Все ничего. На конях один, я пешком не могу сесть на конях. А что это? Надо где-то что-то открыть, кстати. Мы нигде ничего не пропустили. Хер его знает. Там еще мобы были. А мобы это уже вряд ли что-то будет убивать. Нихера меч выглядит плохо. О, дробовик. Он лучше, чем у меня. О, наконец-то я могу сесть на коня. Андрейка, ты выиграл дробовик? Да-да. Понял. Тут еще мобы, но и рычагов ничего нету. Что-то мы упустили, походу. Может, пойдет что-то? Ничего. Может, в самом начале что-нибудь есть? Пойдемте, пока квесты сдадим. Может. О, 2 часа уже. Валерка. А. Надеюсь, ты еще с нами. А вон тут проход. Здесь еще. Валерка, давай вызвать. Когда тебя с топором предупреждали тебе? А, сегодня. После 7 часов 6. Да вряд ли не надо всех убивать, но может быть все-таки. А, нет, тут ни черта не знаю. Слишком далеко. Слишком далеко. У меня нет цели. Кто-то пошел квест, давай, вам тоже будет квест вам. У одного нету ни одного квеста. Походу у одного. 4 квеста. 4, а у меня только... 4 и 2 из них
надо пойти сдать. У меня надо было убить Рузлу, но я не смог убить, я не был. А здесь еще какой-то проход, который мы не чистили, походу. Я не буду. Жопа такая. Вот там сзади проход есть, где мы не чистили. Стража тоже стоит. Где? А там, когда сворачиваешь направо, поверни, когда выехал. Тогда я пойду, наверное. Все равно. Так давай найдем проход, чё. Если не сейчас. Возьмите другого там танка. Танка будет искать танка. Да ладно, все играют за танка. Я бы не был танком. Было бы у тебя бока, ты был бы... хилом. Потому что не умею играть на хиле. Тогда был бы тупо ДДшник. А то есть намекаешь, что быть ДДшником очень легко? Я привык, что я хил, поэтому я буду хилом. Я всегда хил. Окей, прощай, Валерка. Извините, чуваки, ну так надо. Хнык. Все ради вас, да? Все ради того, чтобы за ним больше я не подсмотрел. Все ради того, чтобы в доту поиграть. Да и вообще давно пора, на самом деле. Блять, мне тоже нужно. Ха, чтобы за тобой не палил Илья, да? Да? Или нет? Ну не могу! Я это... Ты получил, да? Петрушку скинул. Петрушку скинул, типа, тебя ебут, что ли? Нет. Ну там вон, Петрушка, типа, Пашка на коне сидит и вот это. Насколько я помню. Зашибись, все повисло. Я походу вылетел. А не, о, пошел стрим дальше. Ты сейчас сдохну тут, наверное, на месте ровно. Чертов инет, блин.